Артистка Елена Воробей рассказала о личной трагедии. Известная актриса юмористического жанра всегда неохотно распространялась о личной жизни. Вот и о том, что свадьбы в 2021 году у нее не было, все узнали лишь сейчас. Как выясняли журналисты программы «Ты не поверишь» на НТВ, будущий муж сбежал от невесты прямо накануне свадьбы. Землетрясение в личной жизни, так прокомментировала произошедшую драму Воробей в программе «Ты не поверишь». Воробей начала готовиться к свадьбе еще в 2020 году, засветила шикарное кольцо на безымянном пальце. Ее избранником был чиновник Сергей Евтухович, который на 3 года младше и родом из того же города, что и актриса, из Бреста. Они познакомились в Минске, где гастролировала звезда, завязался роман. Однако, свадьба так и не состоялась, жених сбежал накануне свадьбы.